Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. У меня сегодня ваши и мои любимые макароны с сосисками и салат овощной. Вилку потеряла. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. Как ваши дела? У меня вот такие макароны, колесики. Они красные, потому что... Ну, я же не люблю просто вот, чтобы просто макароны, допустим, да? Нет, я так тоже люблю, чтобы просто макароны, но здесь я сделала, в общем, отварила, налила туда кетчупа от Махеев, вот этот лечо вкус, перемешала, поперчила, очень вкусно получилось, идеально. Ну, ничего необычного. Можно было, в принципе, кетчуп, да, налить, но я сделала вот так. Горчица моя, конечно же. Сосисончики. Вот так вот. Горчичка, горчичечка. Мне сегодня будут приветики, главное не забыть их передать. Лучок. Мяленько. Вязанка, мои любимые. Салат с майонезом сделала. Что-то так соскучилась по именно такому салатику с мазиком. Я немножко добавила майонеза. Помидоры, огурцы. Лук. Все как положено. Мукбанги мои так и выходят немножечко, как бы с опозданием. Наверное, когда этот выйдет, уже лето будет на улице. Я имею в виду июнь. Хотя уже у нас жаришка. Прям круто. Классно все-таки. Как же хорошо летом. Лук. Такой хрустящий лучок. Сейчас вам зачитаю комментарии дня. Конечно же, куда без них. Ходила в кепке, все, голова грязная, потому что невозможно, солнышко на улице. Только помоешь с утра. Вот сходила, походила в кепке. Все. Как вкусно, друзья мои. Где мой телефон? Прикольно. Прикольно вот этот вот. Я... Раньше как-то кетчуп от Махеева не брала, потому что майонез мне от Махеева не очень нравится. И кетчуп я как-то не брала. А тут делала пиццу, а мне кетчупа нету. Я возле дома вот в магнит зашла. Обычно же мы в Спаре продукты покупаем. И там вот какой-то был там еще что-то там, еще что-то там. Шашлычный. Я взяла вот этот лечо. Кетчуп от Махеева. Такой вкусный. Там даже кусочки перца есть, представляете? Такой укроп печальный. Он из морозилки у меня. На моем огороде тоже скоро уже будет укроп. Огурцы у меня прут вообще конкретно. Где салфетки мои? Так, смотрите, комментарий дня. Бабуль, как мне стыдно жрать на камеру. Еще и как свинота чавкаешь. Фу, манерам научись. Манерам научись, бабуля. Бабуля-то научится манерам. Ну, прежде чем писать такие комментарии, дорогие мои, сами тогда будьте поманернее. Манеры где?
человек меня оскорбляет, обзывает, и еще про какие-то манеры мне пишет. Я девушке ответила, если вам ли про манеры мне писать? Не, ну действительно, да, если ты хочешь меня научить, направить, как себя надо вести, не чавкать и все такое, ну ты напиши нормально, корректно. Угу. Она мне ответила, прикинь, да, если уж жрешь на камеру, то можно и не чавкать. Прикиньте, да, это вот человек, говорю, который меня манерам учит, представляете? Это очень тупо выглядит. Очень. Ну, я ей там ответила, конечно, она больше со мной уже не захотела дальше вступать, да? Вот такой вот комментарий дня был. Просто, да, смешно получается, что люди пытаются меня оскорбить, задеть и про манеры пишут. При этом обзываюсь как быдло. Еще сегодня был. Сегодня на Дзене был, если я сейчас найду, я его не скринила. Комментарий. Сейчас попробую. Если получится, сейчас найду, в общем, тоже. Где же? Нет, много-много разных комментариев, вообще просто. Трэш-контент. Вот люди такое, бывает, пишут. Сейчас, секундочку. Утром я прям вот читала. Вот, слушайте, прям вот такая целая писанина здесь. Целая телега, который раз вас увидела, все равно не проходит чувство того, что хочется вас отправить в блокадный Ленинград, где хлеб 125 грамм на сутки и кошек всех съели, или к мальчикам, все это, знаете, тут нету знаков препинания в половине слов, на сутки и кошек всех съели, или к мальчикам на в окоп, извините, конечно, но я таких вещей не понимаю. У меня семья, дети, внуки и муж есть, и готовлю я каждый день, и еда у нас всякая. На показ выставлять обед в инет, простите, не понимаю. А, и оправдание, что вы быстро едите и чавкаете, потому что ноут сдохнет, вообще пипец. Ну, серьезно? Ну, так давайте вообще есть не будем, в конце концов. Давайте не будем есть. Я все прекрасно понимаю. Вы тогда тоже не ешьте? Вы зачем едите? Какие ко мне могут быть претензии? Тетенька, вы уже бабушка, у вас уже внуки есть. Как вообще? Вот сидят, заняться, видимо, нечем. Мне бы, честно, было стыдно, если бы моя мама писала, сидела. И бабушка моих детей, мне бы было стыдно, если бы она вот такие комментарии писала. Но это еще более-менее. А есть одна, так там вообще оскорбление на оскорбление. К чему вот это писать? Еще одна мне тоже дама писала, тоже вот это же самое. Давайте есть не будем, а что? Причем здесь еда и все остальное? Вы же тоже едите. Вы же пришли и смотрите этот ролик. Это такой формат видео. Развлекательный. Многим людям нравится. Почему вы идите, зайдите в кафе, в ресторан или еще куда-нибудь и начните людей жизни учить. Скажите, давайте вас в блокадный Ленинград, что вы тут сидите в ресторане, жрете, да? Чего вы не подходите на улице к людям? В кафе, в ресторанах. Не говорите им, ой, вы знаете, у вас лишний вес. Или знаете, идите, сидите тут, жрете, идите в блокадный Ленинград бы вас отправить. Почему? Почему вы на улице не подходите? Вы только в интернете все такие крутые. Ну, правда.
Что-то я обозлилась. Извиняюсь. Сейчас привет передам. В общем, ты морячка, я моряк, ты рыбочка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Музыкальная пауза. Теперь приветы. Так, я передаю привет. Ник, это на ютубе, Дима Ми, это меня смотрит бабушка с внуком. Я не знаю, к сожалению, как вас зовут, поэтому, может быть, вы мне писали, я прошу прощения, могла забыть, много комментариев поступает. Поэтому, Дима Ми, бабушка и ваш внук, передаю вам большой привет. Спасибо большое, что смотрите, комментируете мои ролики, мне очень приятно. Дальше я передаю привет от Елены К. Елена, вот Елена К, кому как больше нравится. Елена попросила передать привет ее внучке Нелличке. Нелличка, большой тебе привет от Елены, от бабушки. Елена, вам тоже большой привет. Целовашки, обнимашки. Также Гафуржан попросил меня передать привет Ольге. Ольга, большой привет. И Гафуржан тоже большой привет. Спасибо большое, что смотрите, комментируете. Целовашки, обнимашки. И также большой привет Маргарите. Маргарита, большой приветик. Целовашки, обнимашки и, конечно, ми-ми-ми. В общем, всем привет, всем спасибо. Все свободны, да? Угу. Продолжаем. Продолжаем жрать. Если честно, я уже объелась. Вот, поела я салат с майонезом и поняла, что с маслом все-таки вкуснее. Все, друзья мои, на этом все. Сосиски съедены, что тут сидеть дальше? Сосисок нет, все, никакого мукбанга. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, но я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита, приятного просмотра и всем целовашки, обнимашки.